Здравствуйте. Сегодня у нас дрессировка с Константином Гражданкиным и у нас лабрадор Ким. Сегодня занимается. Сегодня понедельник. Ким у меня уже находится 2 суток. За эти 2 суток он отказывался от еды. Вот сейчас проверим, будет он есть или нет. Кима. Вот, а вчера еще отказывался. Хорошо, умничка. Хорошо. Хорошо. Да, Кауди. Хорошо. Хорошо. Гуляй. Так, отлично. Еду он получил немножечко для разгрузочки. Сейчас покажу вам, как правильно играть надо. Большинство владельцев сталкивается с проблемой, что собака забирает апортировочный предмет и не отдает хозяину, и не интересуется в, скажем, контакте с хозяином. Все из-за того, что неправильно играют. Сейчас покажу, как правильно. Для этого нам нужно несколько игрушек любимых. А, так, хорошо, Кима, хорошо, хорошо, Кимочка, хорошо, хорошо. Ай, молодец. Собака должна всегда забирать игрушку, всегда. Ай, хорошо. Бяка, уйди. Хорошо. Ай, побуди. Бяка. Иди сюда. Бяка, иди сюда. Хорошо. И обратите внимание, я все время тяну на себя. То есть забрал он, а у меня игрушка самая лучшая. Я делаю контакт на себя. Он пытается меня вовлечь в игру. То есть он меня хочет вовлечь в игру и говорит: бегай за моей игрушкой, она такая хорошая. Но я ему говорю: не катит. Первое время придется достаточно долго его переманивать на игру с хозяином. Но когда он переманится, через пару дней, а может и недель, не знаю, как у него это пойдет, вы увидите результат, как собака играет именно с человеком. Вот он опять прибежал. Умница. Ай, хорошо, а вот так, да? Все, стырил. Отлично, пусть уносит свои игрушки. Кима вообще добродушный парень, но очень упертый. Наверное, весь меня. Вон он. Видно его отсюда? Спрятался в луке. И лежит, и пулеры там грызет. Но терпение и труд все перетрут. Ай, хорошо. Ай, хорошо. Вот она игрушечка. Вот она игрушечка. Ай, хорошо. Ай, хорошо, игрушечка. Вот игрушечка. Даже бяка завелась. Вот игрушечка. Вот игрушечка. Вот игрушечка. Вот игрушечка. Так, Ким ушел. И вот теперь на самом деле у кого больше терпения, у меня или у Кима? Так, надо бяку забрать. Аня, тебе ее отдам. На, подержи. Немножко. В одной руке. О. Хорошо, Кимушка. Хорошо. А кушать будешь? А кушать будешь? И кушать мы будем. Все мы будем. Сидеть? Хорошо, умничка. Хорошо, Кимушка. Лежать? Ой, моя зайчка. Сидеть? Хорошо, мой мальчик, хорошо. Хорошо, дружочек. Гуляй, 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 гуляй. Обязательно команда гуляй, не забываем во время еды. А так, у меня игрушенька, игрушенька. Хорошо, хорошо, хорошо. Ой, молодец. И опять игра, и опять игра.
Хорошо. Хорошо. Видите, я не претендую на его игрушку. Я показываю свою. А так. Хорошо. Хорошо. Ай, молодец. Вот кто-то его приучил к тому, что он забирает игрушку, и кто-то претендует на его игрушку. На самом деле это большинство хозяев так ошибочно делают. То есть берут какой-то приз для собаки, палкой, кольцо, будь то пуллера, или вот такая канатная игрушечка, и претендуют за нее одну. А на самом деле так не должно быть. Хорошо. 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 Моя игрушка, моя, 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 моя. Максимум, что можно сделать, это погладить собаку, не претендуя на игру. Ай, моя игрушка, ай, моя игрушка. Моя, моя, моя. Вот упертый, хочет меня заинтересовать. На самом деле, терпение понадобится только в первые несколько дней. И человек по своей привычке хочет все время получить все и сразу. Но на самом деле, сразу все не получается. Нужно немножечко терпения. И вот смотрите, он уже идет. Обязательно надо прикасаться к собаке. Хорошо. Хорошо. Массаж, массаж, массаж. И побежали за игрушками. Слушай, он канатик куда-то бил. Ну ладно. А, вот он. Вот уже прогресс есть, обратите внимание. Он, вот он, уже здесь. И игрушку положил близко. Ань, покажи игрушку, вон, потому что он положил ее. Уже не унес. Хорошо. 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 Никому не дам. Хорошо. Хорошо. Опа. И обязательно. Обязательно постоянно надо проигрывать собаке, проигрывать. Всегда. Тогда ваша собака будет всегда к вам приходить. Чуть-чуть вынеси сюда камеру. Сюда, сюда, сюда. И пускай покажи его. Приблизь. Давай сюда, сюда, вправо. Оп, и ниже. Ниже, ниже. Ага. Там у него на луке устроил лежбище. Прячется. Да, да, да. На самом деле он немножко подустал от игры. Сейчас моя задача будет правильно закончить игру. То есть, что мне нужно будет сделать? Мне нужно будет заманить его на игрушку, но не дать мою игрушку, которая у меня в руках, а побежать и забрать ту. Обратите внимание, как это делается правильно. Я владелец двух игрушек. Опа. Опа. Оп. Опа. Все. Обязательно нужна контрольная команда. Все. И игрушки на глазах у изумленной собаки прячутся в недоступное место.
лучше в дом. Что? Где? Где? Нет. И немножко работы за еду. Немножечко. Хорошо. 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 Гуляй. Гуляй. Итак, вы увидели сегодня маленький отрывочек из ежедневной тренировки собаки, которую... На самом деле, Ким вот заел на второй день. Вы, если помните видео с Цезарем, он заел только на 10 или 11 день, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот. А Ким заел, получается, на вторые сутки, к концу вторых суток. Не так с аппетитом, как я хотел, но плюсы ручного кормления в том, что они как дивиденды в банке. Из года в год только растут. Также ручное кормление. С каждым днем оно дает все больше прогрессии, при условии, что вы правильно работаете. Если вы предложили собаке один раз еду, и она отказалась, сразу сворачивайтесь до завтра. Никакого кина не будет, ничего она не переголодает, ничего с ней не случится. Но работать станет в несколько раз лучше. И так каждый раз. То есть вы кормите собаку с рук, и только она отказалась. Отойди. И только она отказалась от еды, сразу сворачивайтесь до завтра. Занимайтесь игрой, пробежками, плаванием, массажами, расчесываниями и так далее. Всем угодно, только не едой. Окей? Все, всем пока. Тренировка с Кимом, день второй. Всего доброго.